Доброго времени суток. Решили тут заморочиться и сделать такой своеобразный квест. Дать задание какому-нибудь человеку и максимально стараться не входить с ним в контакт. Давать ему задание по рации, следить за его передвижением при помощи БПЛА. И, в общем, посмотрим, что из этого получится. Все эти задания взаимосвязаны с друг с другом, и если он их все выполнит, он получит очень большую денежную сумму. Ну, получится у него это или нет, давайте посмотрим. Приятного просмотра. Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Мужики, кто хочет заработать 50 миллионов? Прямо сейчас. Я. Все хотят. Да я хочу. Не, мужики, только один я человек. Я самый бедный. Пошли. Нифига себе. А это еще не все. Постойте. Просто я непосредственно являюсь посредником между людьми, которым нужен исполнитель данного дела. А суть работы? Суть работы они уже расскажут. Ага-ха. Она недолгая. Я знаю вкратце, но я думаю, если они объяснят, будет гораздо лучше. Ну, верно. На связи? Да, я вижу, ты кого-то там забрал. Клиент... Как клиент, господи, исполнитель. Исполнитель нашелся. Сейчас передам ему частоту, там уже займешься им. Хорошо. Ходи сейчас на частоту 405.4. Здравствуйте. Я так понял, человек работу предложил, правильно? Да, предложил работу. Хочу узнать нюансы. Нюансы, в общем, простые. Есть одна задача, нужно с ней справиться. Платим хорошие деньги. Он озвучил сумму, а суть работы в чем? Нужно кое-куда проникнуть, кое-что забрать, передать нам и кое-что с этим сделать. Это если максимально кратко. Есть определенные риски, но в любом случае мы постараемся помочь, чтобы этих рисков избежать. Постараюсь. Все, что в моих силах, я готов это сделать. Мужик, договорился с ним? Разговариваем сейчас. Да все ладно, сейчас. Моя работа окончена. В гараж захожу. Беру давай машину. Удачи. Где ты до этого работал? Я до этого работал так. Мелкие работы делал. В плане там. Ну, какая есть возможная подработка. С законом были какие-то проблемы? Законов не было. Все, что я находил, я старался сдавать, как бы соблюдал законы. Смотри, прежде чем мы начнем, надо небольшую проверочку будет пройти. Все-таки твое прошлое мне непонятно, с законами у тебя проблем никаких не было с полицией. Это меня немного напрягает. По координатам 036-137 это набережная Ковал, и мы тебе там кое-что оставили, один инструмент интересный. Там есть стройка у дороги с пристройкой. Вижу у этой стройки четырех, блин, как это правильно назвать-то, я уже с головы резко вылетело, волнуюсь очень. В общем, не важно, что там, ты правильно, видимо, понял, где это, тебя там кое-что ждет, тебе это нужно забрать, и жди дальнейших инструкций. Квадроцикл меня ждет, верно? Тебя должен интересовать предмет, который в квадроцикле. Нашел. Тебе это сейчас пригодится. Квадроцикл можешь использовать, транспорт достаточно неприметный, на свое усмотрение свою машинку припрятать пока что где-нибудь неподалеку. Ты знаешь, где находится резиденция губернатора, правильно? Да, знаю. Когда-нибудь грузы там забирал? О, забирал, конечно. Отлично. Сейчас будет небольшая проверочка. Тебе нужно забрать у него груз, у любого представителя из резиденции, на выезде, когда будешь уезжать, вот этим инструментом, по башке пару раз прописать тому, кто тебе его выдал. Бросай тачку и сваливай. Тогда никаких вопросов не будет, и мы сможем приступить дальше. Убивать никого не нужно. Хорошо, понял. Что он сейчас делает? Он у резиденции идет груз забирать. Он безбитый. Мне сказали, что ты не справился. Это еще... Подожди секундочку, еще не все.
У нас время тоже не резиновое, ты понимаешь, и я думаю, 5 минут тебе должно хватить на все при все. Я понял, он ее из резиденции выманивал, чтобы не было никаких проблем. Так. Уезжай в сторону набережной, там я с тобой выйду на связь. С этим ты справился, вопросов нет. Задача следующая. Тебе нужно проникнуть на очень охраняемый объект. Это территория тюрьмы. Знаешь, где это? Да, на карте видел. Но попасть тебе придется туда как непосредственно заключенный, для того, чтобы у тебя был доступ к хранилищу. В хранилище находится предмет, который нам нужно достать. Ты его достанешь, мы тебе предоставим все необходимое. Если чего-то будет не хватать, подашь нам соответствующие сигналы. Расклад такой. 032-131 координаты. Мы припрятали для тебя машину с необходимыми инструментами. А, нашел. В этой машине все необходимое для тебя забирай. У тебя задача проникнуть в тюрьму. В тюрьме есть хранилище. Тебе в это хранилище нужно проникнуть и забрать взрывчатку. После этого во дворе подашь сигнал нашему человеку, подняв руку одну вверх. Это для нас будет сигнал, что нужно тебя эвакуировать. Мы тебя заберем. Смотри, следующий момент. Там есть дверь во дворе. Ломаешь эту дверь. Идешь дальше. Есть дверь во двор. Это вторая дверь, которая тебя должна интересовать. Ломаешь ее. Дальше постараешься проникнуть на крышу. На крыше есть рубильник для того, чтобы выключить сигнализацию. Выключаешь ее, идешь ломать хранилище. Это 3. Ломаешь хранилище, забираешь взрывчатку, идешь во двор, подаешь нам сигнал, мы тебя забираем. Для того, чтобы сейчас туда попасть, самый простой способ – это начать ограбление заправки как раз у резиденции, где мы первый раз сказали тебе подъехать. Понял. Можешь немного там пострелять. Главное, чтобы тебя на тот свет не отправили. Но в любом случае ты не должен отделаться штрафом. Требуй срок. Говори, нет денег, все что угодно, тюрьма. Если нет отмычек, я просто во дворе сижу. Если есть отмычки, поднимаю руку. И все, что я достал, точнее вернее, то, что я достал, поднять руку. Да, все правильно. Со стороны губернатора идут двое. Можешь привлечь внимание с одиночными выстрелами со стороны заправки. Наверняка они приедут. Я так понимаю, заправку тебе удалось ограбить? Удалось по полной. Его захуярили. Он в трусах, машет полиция. Какие-то чуваки с фотоаппаратами его снимают. Ну, сейчас посмотрим. Если задержат, значит все идет по плану. Плюс-минус. Так, копы увозят его. Хорошо, я слежу за ним. Сопровождают его 2 копа. Так, на тюрьме есть кто еще? Не вижу, блин. Нет, в последнее время не было никого. Ждем новостей. Так, 1 коп покидает, 2 покидает, 1 гражданский во дворе что-то ждет. Стоит у забора. Так, он сел или присел, я не вижу. Вот не могу понять. Сел на колено, типа. Ну он сидит, значит не подмычек. Те чуваки дверь открыли, копы ушли. Они типа ломают, но я не знаю, он типа как бы с ними или нет, непонятно вот этот момент. Надо ли ему отмычки кидать или не надо. Пока... Нет, он не с ними. Блин, как же ему... Он должен бомбу достать. Ментов много на этом самом дворе? Машина только заехала. Не знаю, увидят они тебя или нет. Подожди. Чисто. Вот те парни быстро, но тут чё, блять, куб во дворе. Нормально. Садись. Давай, скажи, что ему бомбу нужно достать, блин, чтобы не тупил. Кто исполнитель? Скажи, чтобы он у них бомбу забрал. Кто исполнитель, ты? Да. Так иди выполни всю задачу, блять. Как открыли двери, блин. Ты куда побежал? Ты куда, Саня? Иди выполни всю задачу, блять.
Секунду. Короче, мужики, дайте нашему человеку взрывчатку, мы вам поможем с отмычками. И с всеми делами. Мы тебе взрывчатку купить можем. На двор пока чистый, они все в департаменте. Нам нужно время конкретно. Есть. Менты палят, нет? Я смотрю за всем. Они там оформляют еще все. Полный участок полиции и задержанных. У нас разведка есть. Что-то долго как-то. Ну, ломают, мужики, ломают. Пиздец, четвертый раз уже не сломалось. Бери взрывчатку, мужик. Забрал. Взял? Да. Отдавай, отдавай. Все, мужик, выходи на волю, вторая часть работы ждет. Так, а как его эвакуировать-то теперь этого чувака, блин? Его никак, он должен выйти сам. Прикинь. С моей стороны садись. Все, не выходи ни в коем случае. А вы ее понял прекрасно. Клиент у меня. Ты можешь ему рацию дать свою? Я сейчас рацию включу на громкую. На динамике стоит. Мы получили компоненты, которые нужно было достать. Продукт изготовлен. Все хорошо. Нужно будет приступить к следующему заданию, последнему. Тогда мы будем в расчете. Конец связи. Так, когда задаю. Вопросы? Да, вопросы. С кем мне потом связаться или со мной свяжутся? Точно таким же образом. Угу. Когда меня снимут розыск, мне надо купить рацию. Потом меня найдут. Верно. Я купил рацию, стою в универмаге. В универмаге. Выходи на улицу. То, что нам удалось достать, мы немного похимичили, кое-что интересное из этого сделали. Двигайся сейчас в сторону церкви, где первый раз стоял хэтчбэк. Помнишь это место? Да, помню. Тебя ждет очень интересный инструмент. Что в машине? О как. Жилет смертника. Небольшое СВО. Да, это... инструменты, с которыми ты будешь работать сегодня, на твой выбор. Можешь и то, и другое использовать, можешь что-то одно. Задача следующая. Вот это СВУ, так скажем, нужно доставить к резиденции. Установить на территории парковки или же на саму резиденцию. Жилет смертника – твоя страховка. Можешь использовать, можешь нет, нам без разницы. Твоя задача – все это установить в хорошем людном месте. И выдвинуть им требования по телефону, что ты требуешь 3 миллиона долларов наличными. Для этого тебе и нужен был второй человек, чтобы эти деньги забрать. В то время как ты будешь находиться недалеко от резиденции с пультом управления дистанционного устройства. Что-то пойдет не так, взрываешь всю резиденцию. Вопросы есть? Да, вопросы имеются. Мне надо проникнуть именно вовнутрь. На свое усмотрение. Найди максимально людное место, будь то парковка, будь то сама территория резиденции. Только не попадись. У нас еще осталось немного компонентов для взрывчатки, если что-то пойдет не так, но ничего не гарантирую. Так что постарайся все сделать с первого раза. Как сделаешь, выдвигай требование, что есть такой-то человек, это может быть твой напарник, либо ты сам, который получит деньги. Передадут деньги, уходи оттуда. Входа в резиденцию стоит с фиолетовым рюкзаком. Так, а вот тебя кто-то прячется, походу, Купер. Менты звонят. Какой-то чувак с камерой. Ну хорошо, что возле машины. Если бахнет, то бахнет капитан. Мне просто надо 3 миллиона, блядь. Вы понимаете? Говорит, мне просто 3 миллиона, вы не понимаете, блядь. Говорит, мне надо просто 3 миллиона, вы не понимаете, блядь. А ну да, типа, знаешь, груз не довез, давайте 3 миллиона. Это
аккуратно, ты в зоне. Да вы так все так говорите. Кто не будет вас стрелять? Живые люди. Успокойтесь, в принципе. Но делайте, пожалуйста, аккуратно. Он СВУ заложил. Что ж вы там наделали, а? Он СВУ заложил. Зачем вы установили СВУ? Мне надо 3 миллиона. Он устанавливает здесь СВУ, ребят. Пожалуйста, переговорщик, побыстрее. Он очень сильно нервничает. Руки. Как вас зовут, гражданин? Как вас зовут? Какая разница, как меня зовут, блядь? Я действующий сотрудник Федерального бюро расследования. Я хочу узнать, как вас зовут. Возможно, мы найдем с вами общий язык. Как хотите. И общее мировоззрение. Я... Вот и полицейские. Полицейский, не подходите. Я не подхожу. Я... Я знаю, он что квартал... Он будет вести с вами диалог. Квартал отцепили уже. Я стою, руки не поднял. Никак не действую. Я хочу просто... 3 миллиона... Все равно же хвост был, я все знаю, как вы работаете. Я могу к вам подойти и передать вам деньги. Нет, просто надо 3 миллиона. Наличные. Я передаю вам 3 миллиона прямо сейчас. Подхожу к вам чуть ближе. И так же с поднятыми руками. Гражданин. У вас здесь будет оправдание очень большое. Это кто пришел? Генфубай? Это ваша машина. Я отступлением. Поручню подходи. Давайте я спокойно подхожу, без лишних движений. Также с поднятыми руками. Сейчас я вам передам деньги. Наличка? Наличка. Ваша машина стоит перед вами. У вас есть время, чтобы уйти. 15 минут. Ты тоже передай по рации всем. Я хорошо передам сейчас. Давай передавай, блядь, при мне. Он просит больше времени, 15 минут. В рацию, блядь, говори. Я передаю в рацию. Он просит 15 минут. Я надеюсь, у тебя есть план отхода? Все, я сам потом приеду. Хорошо. Ждите. Я вам обещаю. Можете уезжать. Ух ты. Он уехал. Какова ситуация? Быстрее в погоню, машиной заводите, нагревайте двигатель и масло. Я за ним слежу, он круг делает вокруг ковала. Я так понял, деньги он получил, да? Да, он получил бабки. Я все записал в этих делах. Я сейчас на вторую кого выйду пока. Прием. Деньги у меня. Супер. Теперь. Хорошо, мы со стороны все это наблюдали, ты справился. Двигайся в город. С тобой напарник или ты один сейчас? Это важно. Я один, у меня есть до 15 минут, чтобы передать деньги. Полиция на хвосте. Нам не нужны твои деньги. Короче, тебе надо сбросить полицию. Придумай, как ты это сделаешь. Встретимся в городе. Частота та же. Ты на связи? Хвост. Жилет на тебе сейчас, а в данный момент? Жилет на мне. Я подъезжаю к городу. Ебать, там все в огне. Уходи на узкие улицы. Машина, скорее всего, начинает. На хвосте вертолет, я, наверное, не выйду. Уйдешь, нормально все будет. Ты главное не придерживайся главной дороги, уходи налево, направо, в узкие улицы. Они тебя потеряют. Маневрируй между домами. От машины можешь избавиться, пешком уйти. Все, у меня колесо пробито, пизда. В доме спрячусь. Ладно, надеюсь, встретимся. В конечном итоге он получил некую сумму денег, но, к сожалению, скрыться от полиции ему не удалось, и его снова отправили в полицию. Чуть позже мы решили помочь ему с побегом, все это прошло удачно,
и теперь его ждало солидное вознаграждение за выполнение этой задачи. Едь к церкви, там тебя машинка ждет. Все как и договаривались, все это твое. Хорошо, с вами очень приятно иметь дело. Все, что в машине продается в городе София, бартер найдешь. В сумме это 52 миллиона где-то плюс-минус. Спасибо. Все, конец связи. Ну вот как-то так, дамы и господа. Миссия была выполнена. Замучили мы его, наверное, конкретно, но думаю, это того стоило. Все задания мы постарались более-менее сделать связанными, ну, что-то в духе подготовительных ограблений, как в GTA 5 Online, думаю, понимаете, о чем я говорю. То есть нужно было проникнуть в полицейский участок, украсть взрывчатку для того, чтобы сделать из нее какие-то компоненты, сделать другую взрывчатку, сделать супер-мега-теракт и все тому подобное. Короче, все получилось, мне кажется, довольно-таки интересно. По крайней мере, в контакт мы с ним старались максимально не входить. Я так и остался человеком, с которым он не имел никакой связи, то есть человек в тени. И, в общем, как-то так, дамы и господа. Что ж, надеюсь, вам понравилось. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Увидимся с вами в следующий раз. Всем удачи, всем пока.